Мур, привет, друг. Это Зверько. Ну что, садись и рассказывай, как проходят новогодние праздники. У нас капец как холодно. Давай посмотрим, что подготовили разрабы для нас в обновлении 1.5.44. Покида. Первый навык. Базовый щит увеличили, особенно с развитием навыка. Вот расчет. Заряженный первый навык. Немного уменьшили бонусный щит. Джонсон. В ульте теперь появился буст. При нажатии второго навыка Джонсон будет ускоряться, однако запас этого нитра ограничен. Кармилла. Пассивка. Уменьшили похищение защиты за удар. Было 10-20, будет 5-10. Второй навык. Повысили скорость перемещения. И ульта. Ослабили замедляющий эффект. Однако, связанные одной цепью теперь получают больше урона. Москов. Ульта. Увеличили базовый урон вплоть до 800. Но уменьшили бонус от физической атаки со 140 до 100%. Теперь ульта замедляет первую цель на 80%, почти на секунду. Все равно мне не нравится, что из навыка сделали усиленную версию автоатаки. Пропадает ощущение ультимативности навыка. Матильда. Первый навык. Уменьшили базу урон, особо ощутимо на старте. Увеличили бонус от магической силы с 60% до 70%. Второй навык. Подняли процент щита, накладываемый на союзных героев, с 50% до 70%. Разработчики все еще настраивают Матильде ее роль в команде. Бенедетта. Нормальные игроки, а не то, что на тестовом, научились играть, и разработчики, заметив это, решили ослабить Бенедетту. Пассивка. Заряженная атака лишилась усиления в 50 единиц. И увеличили штраф к урону по миньонам с 40 до 50%. Первый навык. Уменьшили урон от разрубания. Было 100-220, будет 50-150. Фанни. Отменили изменения патча 1.5.42 касательно восстановления энергии. И теперь разрабы решили уменьшить затраты энергии второго навыка. Ханаби. Была переапана в прошлом патче. И разрабы решили часть изменений откатить. Теперь в щит уходит не 100% вампирика, а только 60%. Лапу-лапу. Ульта в форме двуручника. Уменьшили рост экстра защиты. Адаптировали отображение щита. Для следующих героев также откатили некоторые изменения. Броуди. Уменьшили прирост физической атаки с 14 до 13. Лоу И. Пассивка. Уменьшен бонус от магической силы для притяжения. Халид. Первый навык. Уменьшили бонус от физической атаки. Было 130%, будет 125%. Клинт. Наконец-то Клинту апнули второй навык. Теперь он им может перескакивать более толстые преграды, чем раньше. Позиционирование у Клинта станет удобнее. Пополь и Купа. Третий навык. Теперь ловушка наносит немного урона. А вот расчет. Хотя странно, что они сделали плюс 20% от общей магической силы. Это же стрелок. Урануса продолжают кошмарить. Из ульты убрали иммунитет к замедлению. Но пассивки добавили силу регенерации. Алдосу упростили выбор цели в ульте, сделав ее подобно ульте Ангелы. Выбор цели и запас хп цели теперь будут отображаться рядом с кнопкой ульты. Помимо кучи мелких изменений, есть и геймплейные изменения. Увеличили прирост скорости миньонов в минуту с 15 до 30. Теперь у осадных миньонов будет расти физическая и магическая защита. Обычные осадные миньоны получили прирост к атаке с 15 до 25. Также увеличили прирост атаки усиленных осадных миньонов, которые идут после уничтожения последней башни на линии с 15 до 30. Также увеличили прирост атаки осадных миньонов после уничтожения лорда с 20 до 33. Что все это значит? О том, что осадных миньонов теперь придется уничтожать дольше, а они сами будут наносить больше урона. Впрочем, в ML стоит только отвернуться, и башня уже падает. А группа осадных миньонов сильно ускорит этот процесс. Кроме того, в настройках теперь можно будет оптимизировать игру, и ты будешь загружаться в бой гораздо быстрее. И на этом все. Если видео тебе понравилось, жми лапкой в лайк и в колокольчик. До новых встреч, друг!